Спасибо вам большое за приглашение. В марте прошлого года, сразу после избрания на пост председателя Китайской Народной Республики, вы также посетили Москву. У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. И это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас в Москве и в Пекине курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. В этом году, как вы только что отметили, мы отмечаем знаковое юбилейное событие – 75 лет образования Китайской Народной Республики 1 октября и установления между нашими странами дипломатических отношений сразу же на следующий день, 2 октября. Советский Союз первым признал Новый Китай. В Москве и Пекине наработан действительно солидный багаж практического сотрудничества.